Ману – хищное млекопитающее семейство кошачьих, одна из наименее изученных диких кошек мира. Ману – очень необычная кошка. Словно сошедший со страниц сказок, он завораживает своим необычным видом. Эта кошка обитает в самых суровых климатических условиях. И несмотря на свой забавный внешний вид, это свирепые хищники, которые никогда не подпускают людей к себе слишком близко. Несмотря на недовольный вид, манулы вовсе не злые, они лишь очень осторожные, предпочитают селиться как можно дальше от человеческого жилья и избегают любых контактов с человеком. Скрытности добавляет маскировочный окрас кота, поэтому его проблематично заметить даже в непосредственной близости, но если кота загнать в угол, он не сдастся и будет биться до последнего, словно бешеная росомаха. Местность, в которой обитает манул, отличается суровыми погодными условиями, но численность их в России вряд ли превышает 3000 особей. Поэтому, несмотря на охранные меры, столь уникальное, красивое и безобидное животное находится на грани вымирания. Кроме того, манул совершенно не приручается, остается диким и не привыкает к людям даже через поколения в неволе. В зоопарках по этой причине они содержатся очень редко, ведь для котов нахождение в неволе – большой стресс, и они зачастую теряют волю к жизни, впадают в апатию и не приносят потомства. Рождение детеныша в зоопарке – всегда большое событие, поэтому сейчас вопрос сохранения популяции манулов стоит крайне остро. Будем надеяться, что численность этих удивительных животных будет расти.